сегодня, 8 марта, тот день, когда многие считают, что женщины якобы украшение и нежный цветочек. Мы стоим тут, на улице не очень тепло, но нам очень важно здесь находиться для того, чтобы сказать господину Слуцкому, который возглавляет один из важнейших комитетов Государственной Думы, о том, что его поведение, мягко говоря, заставляет удивляться. Потому что в 2018 году этот человек считает, что женщина – это неполноценное существо, с которым можно делать все, что вздумается. А 8 марта – это тот самый день, когда женщины боролись за свои права больше, чем 100 лет назад, говорили о том, что они люди. Но, к сожалению, людям, которые руководят нашей страной, до сих пор это не очевидно. И хотелось бы думать, что, в принципе, его коллеги должны были должным образом отреагировать на какие-либо действия, высказывания. Но мы видим со стороны главы Государственной Думы только насмешки. Вот. Сейчас мы живем в то время, когда в России женское здоровье, женская безопасность – это то, что со стороны государства остается абсолютно незамеченным. Наше правительство не пытается привлекать внимание к этой проблеме, не пытается решать проблемы. К большому сожалению, ежегодно у нас в стране большое количество женщин умирает именно потому, что они женщины, их бьют, и над ними издеваются именно потому, что они женщины. Но одно дело, когда это происходит там, где должна работать правоохранительная система, и она не работает. Другое дело, когда мы видим абсолютно насмешливые высказывания со стороны, повторюсь, руководства страны, и, конечно же, нельзя оставаться равнодушным, об этом нельзя молчать. И у нас очень мало сегодня ресурсов и механизмов, чтобы хоть как-то доносить до законодателей наше недовольство, но вот что можем, то делаем. Что государственные власти в лице спикера парламента и
отреагировали на заявление журналиста потом, что их коллега им домогался. Даже тот факт, что вчера на BBC появилась расшифровка самого процесса вот этого сексуального домогательства, никак никого не переубедило, и господин Слуцкий до сих пор продолжает смеяться в своем фейсбуке над этим делом. Мы очень надеемся, что наш сегодняшний пикет будет не последним. В том плане, что это будет наш первый шаг в борьбе за женские права хотя бы в Государственной Думе. Как бы это очень странно, что нам приходится бороться за права в том месте, которое теоретически должно наши права защищать. Вот. Я очень надеюсь, что многие люди захотят к нам присоединиться, хотя бы не физически, но онлайн. Я думаю, что мы в ближайшее время попытаемся сделать какую-нибудь кампанию по примеру компании MeToo в Америке, которая на самом деле очень сильно повлияла на общественное мнение в Америке. То есть наша цель сейчас поработать как с Государственной Думой, так и с общественным мнением. Будем надеяться, что мы чего-то добьемся. Какие? Другая, сколько заплатили? Мы брали и все из либеральных СМИ, и российские. И чудесным образом они все из антироссийских СМИ. Из Дождя, там, допустим, BBC. Все только антироссийские в течение. Вы думаете, я не сотрудник, что девушка так сказала? Хотим узнать, почему она вот проблема умности выбирала. Дождя внести не против комиссии сама сказала, что я по поддержке клеветников. То есть клеветников поддерживают, да? Клеветницы. Если те, кто домогался депутат Слуцкого, сразу... Клеветницы. Специально, чтобы вам облить грязи и все. Давайте такая дефиниция будет. Кто домогался депутат Слуцкого, тот клеветник. Окей.